Островецкий район. Приехали сюда на уникальные Сарачанские озера. И если верить справочникам, то мы сейчас на северо-востоке Гродненской области. Хотя до Гродно 250 километров, до стольного Минска 150, а до Вильнюса можно пешком за день обернуться. Мы находимся в начале экологической тропы в деревне Клющаны. Название этой деревни произошло от слова «ключ». Здесь граница Литвы, и эта деревня как бы открывает дорогу в Белоруссию. На телеге мы сели сознательно. Так по этому краю путешествовал народный белорусский поэт Янка Купала. Сюда он приезжал к друзьям отдохнуть и освежить поэтические образы, наладить контакт с музой и отдохнуть. Мы прошли купаловские вакации. Приехала из Минска труппа Национального академического театра имени Янки Купалы и совместно с руководством района устроили настоящий праздник под открытым небом.